Я всех, ребята, приветствую в местечке Раифа, как вы уже смотрели или догадались. От Казани около 30 примерно километров. Здесь находится мужской Раифский монастырь, основанный еще в 1613 году. Основан он был иеромонахом Филаретом, отшельником. Тут находится около 4 храмов, очень много народу, постараюсь вам все возможное показать. Также куча паломников, можете видеть. Сегодня еще выходной день. Очень все украшено цветами. Данный собор, который я показываю, называется собор грузинской иконы Божьей Матери, который я сейчас постараюсь зайти внутрь и вам показать. Ты здесь будешь? Продолжение, ребята, следует.